Как научить детей соблюдать правила дорожного движения? Инспекторы ГИБДД и педагоги-воспитатели обменялись опытом на тематическом семинаре, который провели в стенах детского сада номер 5. Посмотрим на светофор. Что показывает он? Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. Лисица на машине, волк на велосипеде, медведь на трамвае. Разучивая роли своих персонажей для спектакля о сказочном путешествии, дети заодно запоминают правила поведения на дороге. В соседнем зале воспитатели провели мастер-класс по изготовлению светоотражательного брелока. Такие есть у всех воспитанников детского сада. Они были все горды тем, что они сделали. Это очень интересно, играет в тем и в темноте. Большинство инспекторов впервые делали светоотражатели своими руками. И теперь увезут с собой не только новый опыт, но и полезные сувениры, которые обезопасят пешеходов в темное время суток.